Мам, скоро же 8 марта. Что же подарить маме? О, позвоню чуваку. Может, он знает ответ. Здорово. Привет. А ты как тут? Ладно. Короче, мне нужна идея для того, что подарить на 8 марта маме. Приготовь самое вкусное и романтичное блюдо. Самое любовное блюдо. Шаурма по любасу. Вообще-то... Ладно. Приступим. Чуваки доготовят. Попробуешь? Да, сними пробу. Вкусно. Ну, давай. Чувак? Что тут происходит? Восьмого марта?